На конкурс «Дети читают стихи» стихотворение Андрея Усачева «Снежинки» читает Катя Тихонова, 5 лет. Ёжик смотрит на снежинки, это думает ежинки, делали колючили и к тому ж летучие. Паучок на паутинке тоже смотрит на снежинки. Ишь, какие смелые эти мухи белые. Заяц смотрит на снежинки. Это зайчие пушинки. Видно, заяц весь пуху чешет шубу наверху. Мальчик смотрит на снежинки. Это может быть смешинки? Не поймет он, почему очень весело ему.